Всем золотой привет, дамы и господа! Вы на Stop Game.ru, меня зовут Денис Карамышев, и у меня сегодня горит. Первая часть Mass Effect официально была издана в России на персональных компьютерах в июне 2008-го и могла похвастаться лишь текстовым переводом интерфейса и субтитров. Золотое же издание, способное козырнуть еще и полноценным дубляжом, попало на прилавки лишь в сентябре 2009-го. То есть перед компанией Snowball открывался ряд преимуществ, схожих с теми, которые были и у творческого объединения CG Info, создавшего некоммерческую локализацию Bioshock Infinite. Доступ ко всем сценам, контекст любого диалога, пример звучания не просто всех персонажей, но и каждой реплики этих персонажей. Да херища времени на создание дубляжа, на его тестирование и доработку. Больше года, потому что эти официальные заявления про год непрерывной работы были озвучены еще в январе 2009-го. А изначально золотое издание должно было выйти вообще осенью 2008 года. Очередная задержка, по словам пресс-атташе студии Snowball, была обусловлена проблемами с липсинком. Ни в коем случае не собираюсь ставить под сомнение наличие такой проблемы, способы и сроки ее решения, но для понимания нюансов перевода считаю необходимым обозначить, что лицевая анимация здесь не зафиксирована оригинальной английской версией. Она, как и в третьем Ведьмаке, подстраивается под голоса локализации. Автоматически или локализаторы вручную, что маловероятно, все перерисовывали на протяжении всех этих месяцев задержки, неважно, ибо суть в том лишь, что при создании перевода необходимости в укладке не было. Сцены растягиваются, сжимаются, в губы попадать не надо, а значит перевод можно сделать максимально корректным. И в качестве приятного бонуса можно забить на такие нюансы, как, скажем, быстрая речь капитана Андерсена. But Eden Prime doesn't have the facilities to handle something like this. We need to bring the beacon back to the Citadel for proper study. И тянуть ее, смакуя каждое слово. Но на Eden Prime нет возможности работать с такими предметами. Чтобы как следует изучить маяк, мы должны вывести его на Цитадель. Сопровождая все это паузами, во время которых, судя по их продолжительности, актеры пытались побороть желание зевнуть. Посол Удина, у меня такое чувство, что капитан Шепард так просто это не оставит. Ambassador Udina, I get the sense Commander Shepard isn't willing to let this go. Правда, как и в любой другой локализации, у авторов которой было больше года после релиза игры на сведение и тестирование дубляжа, в сценах, в которых тайминги зафиксированы из-за строго определенной динамики происходящего... I didn't tell anyone, I swear! That was smart, Doc. Now if Garrus comes around, you stay smart. Keep your mouth shut or we'll... Who are you? Let her go! Голоса либо обрываются... Не говорила, клянусь! Очень разумно с твоей стороны. Если Гарус объявится, веди себя хорошо. Держи рот на замке. Кто вы? Отпусти. Не теряйте времени, поднимайте. Есть, сэр. Либо накладываются. Норманди, ваше прибытие не запланировано. Наша оборонительная система подключена и отслеживает вас. Мы здесь. Назовите по делам Цитадели, на борту Спектр Совета. Либо даже текстуры персонажей друг через друга проходят. This base gets destroyed. Don't push me, Shepard. База будет разрушена. Не давите на меня, Шепард. Fuck this. Естественно, золотое издание — это не только русская озвучка, но и исправленный текст. Потому что субтитры релизной версии локализации — это просто тихий ужас с полным набором косяков. В золотом издании русская локализация избавилась от опечаток. Самое, разумеется, главное — от точек в вариантах ответа. Избавилась от вопросов к гендерной принадлежности главного героя. Но не полностью. Как повод для недоверия к нашему расследованию. Я поручаю дело Шепарду. Мисс Шепарду. Но это редкие эпизоды идиотизма, и в принципе золотое издание привнесло порядок в хаос субтитров локализации первого дня. То же самое энтузиасты CG Info в свое время сделали с официальными русскими субтитрами Bioshock Infinite. Но есть небольшое различие.
Энтузиасты эти после исправления ошибок в тексте начали игру озвучивать. А у переводчиков из Snowball после исправления ошибок в тексте начало шевелиться творческое шило в жопе. И они стали двигать то, что лежало хорошо. Дело в том, что локализация субтитрами на старте продаж была практически дословной. Да, с кучей косяков, но без отсебятины, коверкающей образы и как следствие восприятия происходящего на экране. Как пример, вот этот монолог с субтитрами первого дня. Нас интересует словосочетание «живая легенда». Сарен — спектр, один из лучших, живая легенда. Но если он работает с Гетт, это значит, что он рог. Сарен — спектр и один из лучших. Живая легенда, все дела. Что это, блять, за все дела и откуда они вылезли? Милая, и все такое, это выражение паразит. Просто, пап, смотри, шлюхи. Аэрошоссе идет как раз до экзогении. Пропустить это место невозможно. Да уж, но путь преграждает целая армия гетов. Вот так. Не могу не задать этот вопрос. Нахера здесь вообще, да уж, и вот так? You can't miss it. Of course, there's an army of Geth between here and there. У меня две теории. Либо переводчики тестировали движок на предмет гибкости липсинка, либо растягивали подобной чушью сценарий, чтобы количество символов увеличить и свой гонорар как следствие. Пропустить это место невозможно. Ну-ну. Но путь преграждает целая армия гетов. Так-то. В сцене после слушаний, во время которых на решение совета повлияла в том числе личная неприязнь Андерсена к Сарену, у Дина говорит следующее. It was a mistake bringing you into that hearing, Captain. You and Сарен have too much history. It made the council question our motives. И это был бы дословный перевод, если это слово заменить на это. Золотое издание, конечно же, все исправит в лучшем виде. Мы совершили ошибку, пригласив вас на это заседание, капитан. Вас слишком многое связывает с Сареном. Совет выразил свою обеспокоенность. Я, конечно, понимаю, что формально эту фразу к изначальному смыслу можно, если постараться за уши-то притянуть. Но зачем это делать, если в субтитрах все и так было идеально выстроено? Никаким сраным липсинком это оправдать нельзя. Я уже говорил почему. Потому что губы здесь подстраиваются под речь, а не речь под губы. Они добавляют каких-то гребаных красавчиков туда, где изначально их сроду не было. I'm looking for a CSEC officer, a Turian named Garrus. Garrus? You must be one of Captain Anderson's crew. Я ищу офицера СБЦ, турианца по имени Гарус. Гарус? Красавчик? Ты, видать, из команды Андерсона? Это намек на то, что все мужики в команде Андерсона какие-то космические педики или чё? Здравствуй, киса. Хочешь развлечься? Знаешь, что я тебе скажу? Нет ничего эротичнее красавицы в военной форме. I'm sorry, but I can't do that without proper code authorization. Sic semper tyranni... Простите, но для этого необходимо ввести код подтверждения. Темницы рухнут, и свобода... А вот и не угадал. Ну, если в локализации Mass Effect появился Пушкин, то и фрекин бог имеет право в ней засветиться. Но лучше бы, блядь, свободное время на исправление оставшихся косяков потратили, чем на искажение оригинала. В обмен на часть выручки мы позволяли им хранить здесь товар. Какие именно пакеты? И на выявление оторванных от контекста вбросов, не имеющих связи с происходящим. Join us, and we can find a place for you. No more stalling, Сарен. Let's finish this. Стайся пожинателем и сохрани свою жизнь. Присоединяйся, и мы найдем тебе место. Хватит ныть, Сарен. Давай покончим с этим. Это чё, твою мать, похоже на нытьё, а? Или потратили это время на редактирование монтажных листов и аудиодорожек для персонажа женщины, вместо того, чтобы просто сменить обращение «ты» на «вы».
Во втором случае глаголы в прошедшем времени, конечно, теряют привязку к роду, что удобно, и переводить становится проще. Но пожинатели вас разорви, в результате в золотом издании все друг другу выкают. Я могу это еще принять в диалогах между, скажем, Шепардом и Андерсеном, военный устав и все такое, хотя по факту отношения у них далеко не уставные. Ну что, готовы рвать когти со станции, капитан? Но, господи боже ты мой, насколько тупо выглядит подобная вежливость, вот скажем, здесь. You, human. You the one they call Shepard? Who wants to know? The name's Rex. The Shadow Broker paid me a lot of money to get rid of Fist. Only you got there first. It's not my fault you were slow on the draw. When I get paid to do a job, I finish it. Alone. I don't like where this is going. But I didn't finish this job, Shepard. You did. So the payment is yours. Это субтитры исходной локализации, и они идеально отражают суть происходящего, хоть сразу же беги озвучивать. Разве что вот это я бы поменял на это, но не суть. Суть в дубляже золотого издания. Здравствуйте. Что? Это как вообще родилось? You, human. Здравствуйте. Why the fuck? Это вы, что ли, Шепард? А вы кто такой? Меня зовут Рекс. Серый посредник заплатил мне приличную сумму, чтобы избавиться от Фиста. Но вы меня опередили. Кто же виноват, что вы такой медлительный? Ну, ведь каждый из нас на «вы» обращается к человеку, которого называет тормозом, правда? Когда мне платят за работу, я ее выполняю. Один. Мне не нравится, к чему вы клоните. Эта сцена... Она как встреча вежливого ботаника с гопником в школьном коридоре. Когда мне платят за работу, я ее выполняю. Мне не нравится, к чему вы клоните. Перевод в базовой версии локализации, безусловно, нуждался в доработке, чтобы стать пригодным для дубляжа. Но вместо того, чтобы его дорабатывать, локализаторы начали его перерабатывать, придавая некоторым персонажам особенности. Наверное, чтобы сделать их более запоминающимися, я не знаю. Фактически вы человек, и этого достаточно, чтобы я не стал стрелять. Мы глазом не моргнули, а эти твари уже ломились на мой пост. Фактически тогда нас было куда больше. Да, фактически я в этом не уверен. Фактически даже звери понимают, что не надо совать нос туда, где больно. Мне действительно трудно представить, как и зачем. Никакого намека на «фактически» или тому подобное слово «паразит» в речи персонажа не было в оригинале и в помине. То есть кто-то просто решил, что это будет забавно. Окей, побочный персонаж, которого мы встречаем-то один раз в ходе основного сюжета. Пошутили локализаторы, и хрен с ними. Посол Удина. Вместо этого каким-то чудовищным образом Найлус был убит, а маяк уничтожен. Таким волшебным образом корабль теперь ваш. Таким нехитрым образом, таким удачным образом на ваши вопросы ответит капитан Андерсон. И опять же, в оригинале предпосылок к внедрению этих прилагательных образов сроду не было. Они просто были добавлены. Просто так. Без причины. Потому что у кого-то в Сноубол было задорное настроение этим утром. Да, чего же в этом плохого, спросите вы? Отвечаю. Во-первых, последний раз, когда я проверял, золотое издание было локализацией, а не смешным переводом от гоблина. Во-вторых, персонажу эта фича нахер не нужна. Он опытный политик, как следствие опытный оратор, как результат, говорит четко и по делу. We don't know if she's involved, but... Без ебучих образов. Мы не знаем, замешана ли она хоть каким-то банальным образом, но... Ну а в-третьих, если эти образы с присовокупленными к ним все новыми и новыми прилагательными звучат 4 раза за одну сцену, сцена превращается в сраный цирк. Таким логичным образом Альянс стал сильнее. Таким грандиозным образом, таким классическим образом, мы должны взять власть в свои руки. Таким образом, человечеству пора уже выполнить свое предназначение.
И к слову о том, что исходные субтитры стоило дорабатывать, а не перерабатывать. Оригинал сочиняют далеко не глупые люди, и сценаристы все же в меру своего желания, таланта, настроя, чего угодно, пытаются изящно выстраивать диалоги даже в ролевой игре с ее ветвистой системой вариантов ответа. But what can you expect from a human? You can expect me to kill you the next time we meet. Вот это требовало доработки, чтобы не потерять хотя бы связь между вопросом и ответом, и чтобы выглядело это общение чуть более интересно. Что еще можно ожидать от человека? При следующей нашей встрече я попытаюсь убить вас. Будьте готовы. Ну, не доработали, бывает. Но вот этот, такой же по структуре своей пример, доработки не требовал. At least that's what the Geth believe. Sounds a little far-fetched. Как вы сами видите, тут все сходилось. Но вы же наверняка не могли не заметить, что в игре явный недостаток ярких образов Удины. Звучит каким-то неубедительным образом. И как только оригинал без них обходился. Тупые сценаристы BioWare. И за что им только деньги вообще платят? All systems online. Drift, just under 1500K. 1500 is good. Your captain will be pleased. I hate that guy. Nihlus gave you a compliment. So you hate him. Это перевод, что был доступен на релизе. И он абсолютно верно отражает суть диалога. Джокер сказал, что ненавидит Nihlus. Кайден не въехал, с чего тот его ненавидит. Что могло пойти не так? Ответ великолепен. У локализаторов появилось безудержное желание озвучить в игре слово «гандон», которое порушило структуру диалога к ебени матери. 1500 — это хорошо. Ваш капитан будет доволен. Вот гандон. Nihlus сделал вам комплимент, а вы его ненавидите. Да, суть диалога в принципе осталась ясна, я не спорю. Но суть осталась бы ясна и с такими репликами. I hate that guy. Nihlus gave you a compliment, so you hate him. Вот только не мой пример, не дубляж переводом не является. Ровно как и вечно ругающийся по-русски Джокер не является адаптацией. Потому что он в оригинале не ругается. Ну, не больше, чем остальные. Everything cuts out after that. No comm traffic at all. Just goes dead. Сигнала нет. Вообще ни хера нет. I heard what happened to Captain Anderson. Survives 100 battles and then gets taken down by backroom politics. Я слышал, что случилось с капитаном Андерсоном. Сотню сражений пережить, а потом раз и... из-за каких-то закулисных интриг мордой в говно. Too close, Commander. Гребаный штуцер. What's the order, Commander? Come in now to save the Ascension or hold back? Какие будут приказы, капитан? Лететь на выручку пути предназначения? Или погоди, пока жопу рвать? Почему он в золотом издании общается так? Это вообще никакой связи с оригиналом не имеет. Опять же теория. Ругань была добавлена, чтобы этот персонаж хоть чем-то выделялся на фоне остальных в русской версии. Потому что озвучка его в дубляже не выделяется абсолютно. Она нормальная. И, кстати, нормальное в контексте дубляжа золотого издания — это достаточно высокая оценка. В оригинале же Джокер охерителен. Commander, I'm picking up some strange readings. Капитан, тут какие-то странные сигналы. Really strange, like off the damn charts. Очень странные. Никогда не видел ничего похожего. It looks like it's coming from an underground complex a few clicks away from the drop zone. Вроде бы они исходят из подземного комплекса в нескольких километрах от точки высадки. Это вообще самый живой и бодрый герой игры в английской версии. Goodbye, Canceller. Uh-oh. I'm sorry, sir. We lost that connection. До свидания, советник. Uh-oh. Простите. Простите, сэр, мы потеряли связь. Наш Джокер звучит неплохо. И не бесит своим существованием, как бесит Шепард. Я буду называть его Джон. I assume this is good for the Alliance. Полагаю, что это пойдет на благо Альянсу. Это не просто разные голоса, это абсолютно разные герои. Англоговорящий Джон — это сильный, эмоционально стабильный, волевой мужик. If Saren finds the conduit, it will happen again. What kind of leads do we have? I'll live. Williams can take a few more.
Minimize the guard presence in the base. А русскоговорящий Джон — это человек, который, судя по голосу, перманентно испытывает оргазм, страдая при этом от запора. Если Сарен найдет канал, это повторится. У нас есть какие-нибудь зацепки? Жить буду. Уильямс выдержит еще немного. Минимизируйте присутствие охраны на базе. И слушать эти наигранные придыхания на протяжении всей игры просто невозможно. Это стандартное состояние персонажа, и оно не меняется ни при каких условиях. Минимизируйте присутствие охраны на базе. И я со всей ответственностью могу заявить, почему так получилось. У локализации не было режиссера дубляжа. Ведь режиссер рано или поздно на переозвучивании одной из сотен реплик Джона должен был остановиться и сказать: «Стоп! Это ведь нихуя не Шепард!» «Меня зовут Шепард. Я Спектр». Потому что это нихуя не Шепард! Не нужно обладать музыкальным слухом, чтобы это стало очевидно! My name is Shepard. I'm a Spectre. Достаточно просто иметь ухо. Хотя бы одно. Хотя бы на жопе. Эта локализация делалась не в тех кошмарных условиях, когда единственный способ прикинуть, как должен звучать персонаж, по картинке, присланной издателем. Игра на платформе Xbox вышла еще в 2007 году. Режиссер должен был знать к этому моменту, чего ему необходимо от актеров добиваться. Руководители проектов Snowball должны были об этом позаботиться и предоставить эту информацию. У них была возможность. И если бы режиссер у этого дубляжа был, в золотом издании Джон Шепард не звучал бы так, как он звучит, в то же самое время, когда главный герой, женщина, я буду называть ее Джейн, выглядит в локализации абсолютно естественно. Меня зовут Шепард. Я Спектр. Меня зовут Шепард. Я Спектр. Оригинал? I'm listening. Дубляж? Я вас слушаю. Оригинал? I'm listening. Не дубляж. Я вас слушаю. Это не дубляж. Я вас слушаю. И так выглядит каждая реплика нашего Джона в игре. Она каждый раз выделяется своей откровенной наигранностью и неестественностью на фоне оригинальных голосов и дубляжа Джейн. Let's do this. Let's do this. Давайте приступать. Давайте приступать. Get it together, soldier. Caden's blood is on Saren's hands. And when we find that son of a bitch, I'll make him pay. Get it together, soldier. Caden's blood is on Saren's hands, and when we find that son of a bitch, I'll make him pay. Соберитесь, солдат. Кровь Кайдена на руках Сарена. И когда мы найдем этого сукина сына, я заставлю его заплатить. Соберитесь, солдат. Кровь Кайдена на руках Сарена. И когда мы найдем этого сукина сына, я заставлю его заплатить. Я не могу и не собираюсь говорить, что Джейн в локализации озвучена великолепно. Too many people died here, Fist. You don't get to walk away. Погибло слишком много людей, Фист. Ты не сможешь просто так уйти. Но ее хотя бы слушать не противно. Ее озвучка не вызывает стойкого ощущения, что тебя пытаются наебать, подсунув вместо Коммендера Шепарда Всеволода из Ривии. Could you tell me how to get there? Вы можете сказать мне, как туда попасть? Не хочу притуплять чувства, когда ты рядом. И у меня нет, на самом деле нет претензий к актерам. Их просто никто не направлял. Никто им не говорил, как они должны звучать в какой-то конкретной ситуации или в целом по игре. Не было режиссера. Я могу предположить, что в студии сидел человек, следивший за процессом озвучения. Вполне вероятно, у него даже был бейджик со словом «режиссер». Но это наблюдатель, не более. Это становится очевидно во время прохождения. В моменты, когда Андерсон перекрикивает ветер. Helping survivors is a secondary objective. The beacon's your top priority. Естественно, он голос даже не повышает в дубляже. Помощь выжившим – задача второстепенная. Главная ваша цель – это маяк. Виртуальный интеллект в игре общается почти как живые люди, а не вот так вот. You may access me at any holographic interface within Peak 15. Все-таки будущее, технологии. Все дела. Так почему же вот этот ВИ говорит как Картман из Саус Парка? Вы можете связаться со мной через любой голографический интерфейс вершины 15. I would like to see what he looks like so I can beat him up for you. May I see the video? В то же самое время, когда вот эти проекции звучат, как и должны. Welcome back, research assistant Elizabeth Bainham.
Добрый день, младший научный сотрудник Элизабет Бейнам. The Presidium is experiencing severe system malfunctions across the entire level. All non-emergency personnel must evacuate immediately. Зафиксированы существенные сбои систем на всем уровне. Всем, кроме ответственных лиц, немедленно эвакуироваться. Да потому что не было режиссуры. Актриса пришла. Ей сказали, ты озвучиваешь искусственный интеллект. И она озвучила его так, как посчитала нужным. А вот этот актер озвучил так, как считал нужным он. Хотя это режиссер должен всем им объяснять, как нужно озвучить на самом деле. Но не объяснил. Очевидно. Поэтому некоторые герои звучат по-мультяшному карикатурно, что выглядит просто нелепо в формате серьезной ролевой игры. Никто не видел этого серого черта! Никогда! Даже я не знаю, кто он! Но она-то этого не знала! Я ей пообещал ей устроить встречу! Nobody meets the Shadow Broker. Ever. Even I don't know his true identity. But she didn't know that. I told her I'd set a meeting up. After she lays eggs, they move her to Rift Station. They are thinking that without her, they can raise the babies to be obedient. Она отложила еще яйца. Ее перебросили на расселину. Думали, что без нее детишки вырастут послушными. Цирк уродов, блядь. А некоторые герои вообще не герои. У них нет характера, они не демонстрируют необходимых эмоций, они не связаны ни с антуражем, ни с происходящим. Актеры, их озвучивающие, не играли роль, от них этого никто не требовал. Вот один персонаж, дубляж которого наглядно все это демонстрирует. Помощница администратора на Наверии. Когда Аналис отказывается помогать Шепарду, и тот просто проходит рядом с Паразини, она как бы невзначай, как бы между прочим произносит следующее. Мистер Аналис isn't the only one with a past to leave Ханчан. Мистер Аналис не единственный, у кого есть пропуск на выезд из Ханшаня. Когда она тайком идет против воли своего начальника, сидящего в соседнем помещении, она звучит вот так. Talk to Lorik Keane. You should be able to find him at the hotel bar. Can't say more. Not within earshot of Mr. Analeas. Поговорите с Лориком Кином. Скорее всего, вы найдете его в баре отеля. Большего я не могу сказать. Мистер Аналеис рядом. В конце концов, когда она представляется, находясь в роли помощницы администратора, она общается услужливо-вежливо. I am Gianna Parasini, assistant to administrator Analeas. We apologize for the incident in the docking bay. Я Джанна Паразини, помощница администратора Аналеиса. Приносим извинения за инцидент в стыковочном шлюзе. А когда она выкладывает карты на стол и выходит из этой роли, признаваясь, что она агент под прикрытием, она уже разговаривает иначе. Allow me to reintroduce myself. Parasini, Novaria Internal Affairs. Позвольте еще раз представиться. Паразини, отдел служебных расследований. Вот насколько разным может быть один и тот же персонаж в оригинале, потому что это необходимо игре. Мистер Аналеас isn't the only one with a past to leave Ханчан. Talk to Lorik Keane. You should be able to find him at the hotel bar. An Asari matriarch passed through a few days ago, Lady Benezia. You help my investigation, I'll provide whatever you need. Favor for a favor. I'll see that you never work in this sector again. Yeah, get a move on. И вот насколько одинаков, вне зависимости от контекста, тот же персонаж в дубляже. Потому что иди нахуй, покупатель золотого издания. Вот почему. Мистер Аналеис не единственный, у кого есть пропуск на выезд из Ханшаня. Поговорите с Лориком Киином. Скорее всего, вы найдете его в баре отеля. Несколько дней назад здесь побывала матриарх Азари. Леди Бенезия, помогите мне с расследованием, и я дам вам все, что нужно. Услуга за услугу. Вы больше не найдете работу в этом секторе! Да-да, не сомневаюсь. Это дубляж, который был выпущен через год после релиза игры в России и через два после релиза в Америке. Это дубляж, выход которого переносился, и не раз. Это дубляж, создатели которого могли обеспечить себе все условия для того, чтобы сделать его лучшим в стране. Условия, в которых крайне редко оказываются другие студии локализации в наше время. А если они этими преимуществами не воспользовались, то кто же в этом виноват, кроме них самих? Кто виноват в том, как звучит этот герой в дубляже? О, командир, я рад, что они наконец-то отправили кого-то помочь нам.
Капитан, я рад, что нам наконец-то выслали помощь. Ты не рад. Бревно не может испытывать чувство радости. Это противоестественно. Кто виноват в том, что вот этот мужик звучит не как человек? Hold it right there, Commander. This is an exogeny project. I'm taking control. Стойте на месте, капитан. Это проект экзогени. Вы будете делать, что я скажу. Люди так не общаются. Разве что со сцены на митинге. Вспомните, когда последний раз вы слышали, чтобы кто-нибудь вел диалог с другим человеком, разговаривая вот так? Вы будете делать, что я скажу. И то хорошее, что есть в дубляже золотого издания, это заслуга, наверное, просто более опытных или ответственных актеров. Потому что в той же сцене есть герои, в которых можно поверить. Но вы хотя бы попытаетесь. Пожалуйста, капитан, они наши друзья. Которые звучат как нормальные люди. Должен быть какой-то иной способ. И в то же время есть вот это. I tried to fight it, but it gets in your head. You can't imagine the pain. Я сопротивлялся, но он проникает прямо в голову. Вы не знаете, что это за боль. Какого черта? Это что за дерьмо? Это не дубляж, это максимум аудиокнига. С таким уровнем экспрессии начитывают аудиокниги, а не озвучивают постановочные сцены. О какой режиссуре тут можно говорить? I was supposed to be their leader. These people trusted me. Я должен был быть лидером. Эти люди доверяли мне. И в условиях этого пи***ца, данную халтуру другим словом не охарактеризовать, удивительно, что некоторые персонажи озвучены достойно. У Дина потрясающе. That is not good enough. You know he's hiding somewhere in the Traverse. Send your fleet in. Но этого недостаточно. Вы же отлично знаете, что он прячется где-то в Траверсе. Вот и пошлите туда свой флот. Бенезия, Рекс, Гарус, хорошо. You have to stop me. I can't. His teeth are at my ear. Fingers on my spine. You should. Oh, you should. Остановите меня. Я не могу. Его зубы у моего уха. Пальцы на моем позвоночнике. Вы должны... Destroyed? I don't think so. Our people are dying. This cure can save them. Уничтожить? Я так не думаю. Наш народ умирает. Это лекарство может его спасти. Saren's a specter. Most of his activities are classified. I couldn't find anything solid. Saren Spectre. Информация о его занятиях засекречена. Я не могу найти что-то стоящее. Неудачно я бы как раз назвал озвучку Сарена, которая многим пришлась по душе. Его речь была пропитана змеиными нотками и звучала в некоторой степени зловеще, что играло на образ антагониста. Ну знаете, вот это что-то от Смауга, скажем. So tell me, thief, how do you choose to die? You would doom our entire civilization to complete annihilation. And for that, you must die. Этого просто нет в дубляже. Обречь всю нашу цивилизацию на полное уничтожение. Поэтому ты умрешь. You're not ready to join the Council. You're not even ready to join the Spectres. Вы не готовы войти в Совет. Вы даже не готовы вступить в ряды Спектров. Как сомнительно я нахожу и нашу озвучку Лиары, изначально доктора наук, которая последние 50 лет занималась изучением протеан. I have spent the past 50 years trying to figure out what happened to them. В дубляже голос по тембру такой же, зачет. Последние 50 лет я занимаюсь поиском причин их исчезновения. Но сложилось впечатление, что актриса была уверена, она озвучивает ребенка. И получилась на выходе не Лиара, а 8-летняя девочка со сверхнаивными интонациями, свойственными еще эмоционально не сформировавшимся детям. По крайней мере, я думаю, что это лифт. На нем мы сможем подняться. Идемте. At least I think it's an elevator. It should take us out of here. Come on. We have to hurry. The whole place is caving in. Надо спешить.
Тут все рушится. Они там играли. Я просто хотела с ними. Но в конечном счете, учитывая даже достойно отыгранные роли, эта локализация — плевок в лицо фанатам игры. У нее вообще нет причин существовать. Я с трудом могу представить себе человека, который настолько не любит читать буквы, что он предпочтет золотое издание стандартному с русскими субтитрами. Потому что этот дубляж — это халтура чистой воды. 80 профессиональных актеров пришли в студию, начитали 46 658 строк текста и ушли. Их никто не поправлял, не направлял в нужное русло, никто не боролся за качество дубляжа. Записали голоса абы как, и ладно. По крайней мере, так это выглядит. Золотое издание вышло спустя многие месяцы после релиза самой игры. CG-Info использовала такое же точно преимущество, чтобы качество дубляжа буквально каждой сцены в меру своих сил и способностей приблизить к уровню первоисточника. Студия Snowball никак это преимущество не использовала. Что есть игра в свободном доступе, что ее нету, такое ощущение, они ее даже не запускали, как будто им это просто было неинтересно. И да, у CG-Info было еще больше времени на создание локализации. Что немаловажно, на них не давили сроки ввиду их фактического отсутствия. Да и Bioshock Infinite далеко не такая огромная игра, как Mass Effect. Но эти люди трудились над своим проектом по вечерам в свободное от основной работы время, записывая голоса в квартирах по всей стране и не получая за это ни копейки. Золотым изданием Mass Effect же занимались профессионалы. Централизованно, в студии, с опытными актерами и с бюджетом. В итоге все это вылилось в перевод, который практически доказывает, что вся отсебятина в локализациях рождается не из-за какой-то там изоляции от контекста, сроков или внешних факторов, а ошибка творческих переводчиков в штате. Ведь они даже уже имеющийся текстовый перевод после релиза игры смогли испортить. Таким банальным образом. И в дубляж это вылилось, который не то что по сравнению с оригиналом выглядит невыгодно, но и сам по себе звучит фальшиво во всех возможных аспектах, от массовки до главного героя мужского пола. Оставайтесь здесь, пока не будет отключено поле. Ужасное золотое издание. Не надо так. Вроде выговорился. Всем пока, до встречи на Stop Game.ru. Is that the kind of person we want protecting the galaxy? That's the only kind of person who can protect the galaxy. This human must be eliminated. I am sovereign, and this station is mine. You exist because we allow it, and you will live because we demand it. The lines between friend and foe are getting a little blurry from where I stand, Shepard. We're utterly destroyed. I'm not like you. I'd rather die fighting than live as a slave. Watch how I soar.